начинаю я, как я понимаю. Прежде всего, немного представиться. Меня зовут Дарья Арпий. Я, получается, с 2012 года живу в Амстердаме. Изначально я жила в России, в Челябинске, в Москве некоторое время жила. В общем, у меня такой опыт путешествия. И, в принципе, по образованию я лингвист-переводчик, училась в ЧелГУ и работала также переводчиком, и работаю сейчас, в общем-то, устно-письменным. Английский, французский, сейчас еще нидерландский добавился в мои рабочие языки. И долгое время лингвистика-перевод была моим основным занятием. Но я всегда увлекалась историей, точнее историей довольно конкретного времени. То есть это время, которое называется среди историков вот так неофициально Наполеоника, в честь Наполеона. Кто-то называет это пушкинским временем, кто-то... Ну, то есть это...